На реализацию мероприемства по содействию занятости населения сёлета у Гомельской области плануется накировать 5 600 000 рублей. Сродки продугледжено выдатковать на организацию навучания, повышение квалификации беспрацовных, а так само социальные гарантии, оплатные громадские работы и иншие меры. Об этом сегодня поведомил журналистам начальник управления занятости населения комитета по праце, занятости и социальной обороне Гомельского облвыканкама Игорь Михальков. По данных на 1 лютого уровень беспрацовья склал 0,4% до колькости экономичного активного населения. Громадяне стали меньше звертаться у службу занятости, разом с тем повеличилась колькость вакансий от наймальников. В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда, а также снижения дисбаланса и спроса и предложения на рабочую силу, в текущем году планируется направить на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации около 1300 безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям. При этом более 60% направленных на обучение будут направлены под конкретные заявки нанимателей. Свыше 7 000 человек плануется працаўкаваць за кошт открытия новых вытворчасцяў и прадпрыемстваў. Часовая занятость будет пропановываться студентам ВНУ и навучэнцам сярэдніх специальных установ у каникулярный период. Усяго дапамогу працаўкаванні окажуць 23 000 жыхароў Гомельской области.